На легендарной Сапун-горе 5 кипарисов высадили члены Севастопольского отделения Ленинского коммунистического союза молодежи России. Новые саженцы дополнили зеленую композицию возле памятника 51-й гвардейской армии. Комсомольцы считают, что высадили деревья в знак памяти о людях, которые сражались за Севастополь и трудились на его благо. Акция прошла в День Героев Отечества. Традиция чествовать героических предков в этот день тянется с 9 декабря 1769 года, когда Екатерина II учредила орден святого великомученика и победоносца Георгия, высшую воинскую награду Российской империи. В Советском Союзе какой-то степенью правопреемником этого ордена стал орден славы. И этот орден получали также и те, кто сражался за наш город. А если говорить о трудовых починах, то в нашем городе было 3 человека, которые получили орден трудовой славы. То есть это день по праву, день празднования, чествования наших жителей, наших севастопольцев. Ирина Никитина отметила, что ухаживать за посаженными кипарисами будут сотрудники специального отдела Севастопольского военно-исторического музея-заповедника.